Вы смотрите видео об отеле Sesa Edelweiss. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Sesa Edelweiss расположен в стране Италия в регионе Валь ди Фаса и относится к классу гостиниц с числом звезд 2. В центре города в 300 метрах от автобусной остановки и в 600 метрах от подъемников. Отель был открыт в 1950 году, управляется несколькими поколениями семьи Нерос. В нескольких шагах от отеля находится парк снега для детей. На территории отеля имеется 15 номеров, лифт, гостиная, бар, ТВ-зал, Wi-Fi, интернет-пойнт в холле, гараж, парковка, ски-рум без сушки для ботинок. В номерах есть телефон, ТВ, сейф, ванная комната, душ, фен, балкон. Площадь номеров – 18 метров. Номерной фонд отеля состоит из всего 22 апартамента различных категорий. Моноу, макс 2 человек. Гостиная-спальня с двуспальным диваном-кроватью, Билла, макс 2-6 человек. Гостиная-спальня с двуспальным диваном-кроватью, отдельная спальня, дополнительная кровать, Трила, макс 6-8 человек. Гостиная-спальня с двуспальным диваном-кроватью, 2 спальни, дополнительная кровать. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть пешие прогулки, экскурсии. Для детей есть игровая площадка. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.